Когда смотреть мраморный автопортрет Августа Ветценберга, то может показаться, что перед нами благородный патриций самых голубых кровей, или же степенный олимпиец, который превзошел свою ту мирскую и думает о чем-то возвышенном, может быть, даже не от мира сего. Нет, этот человек не патриций голубых кровей, и была в его долгой жизни мирская суета. Он должен был много, очень много работать. А как иначе сын бедного деревенского сапожника смог бы получить образование в трех лучших академиях художеств того времени – Берлинской, Петербургской и Мюнхенской? Как иначе столяр смог бы стать крупнейшим эстонским скульптором второй половины XIX века? Южная Эстония. Недалеко от городка Выру есть местечко Канепи. 170 с лишним лет назад здесь, у дороги, стояла корчма Ритсики. Тут и родился Август Людвиг Ветценберг. Отец его рано умер, и мальчику пришлось пасти скот, батрачить на мызе Эраствера. В школу он ходил недолго и смог закончить только 3 класса. С детства Август любил вырезать из дерева фигурки животных. Ему нравилось работать с деревом. Вот и выучился он на плотника и столяра. На сельскохозяйственных выставках в Тарту он даже премии получал за свои поделки из дерева. Но вырезать шкатулки для иголок и ниток до конца своей жизни он не собирался. В 25 лет Ветценберг покинул родной дом. Он отправился в свое большое многолетнее путешествие. Он хотел учиться. Он твердо решил стать скульптором. И бедность не могла ему помешать. С его золотыми руками он не остался бы без куска хлеба. Путь к профессии, путь к славе проходил через 3 больших города – Берлин, Петербург, Мюнхен. И если мы сложим время обучения Ветценберга в 3 академиях, это 10 лет. Это удивительная школа просто. Ветценберг стал первым эстонским профессиональным скульптором. Он получил академическое образование, основанное на классических принципах. Идеалом для него стала скульптура Древней Греции, а любимым материалом – белый карарский мрамор. В целом реализм был для него неприемлем. Он видел в искусстве что-то очень возвышенное, возвышенное над будничностью. И это можно по-человечески понять, как и Келлер, потому что если люди из таких бедных условий вырываются и стремятся к искусству, то мотивацию можно найти именно здесь, что искусство – нечто, что стоит выше всего. Закончив учебу, Ветценберг уехал в Рим и прожил там 17 лет. Именно на эти годы приходится расцвет его творчества. В это время он создает и свои первые скульптурные портреты – портрет матери, автопортрет и другие. И вот что интересно, в этих работах, верного идеалам академического искусства скульптора, можно видеть реалистические черты. Когда смотрим на творчество Ветценберга, то проявляется и его крестьянское происхождение, поскольку крестьяне, как правило, 2 ногами крепко стоят на земле. И в творчестве Ветценберга эта сторона проявляется в его портретах, которые весьма реалистичны, и которые передают людей, будь то Келлер или Хорт, или другие наши деятели культуры, или родная матушка, весьма правдоподобно. В это же время он обращается к эстонской классике, к эстонскому эпосу. Его вдохновляют темы эстонской мифологии, и он создает свои первые национально-романтические скульптуры. Ветценбергу удалось воплотить образы наших народных героев из фольклора таким образом, что возник какой-то очень прелестный компромисс вот между этим стремлением к античной красоте и чем-то эстонским. Вот напомню вам Линду. Пожалуй, таким образом, это самое его прославленное произведение, самое доступное для осмотра, которое воплощает прародительницу нашу Линду, примерно в подобие Венеры, но которая покрыта волчьей шкурой. Таким образом, в этом образе сочетались и эстонское, и интернациональное. Это очень здорово. Мраморную статую заказал у него эстонский провинциальный музей, основанный балтийскими немцами в 1864 году. И
Вообще, нужно сказать, что балтийским немцам, среди которых такое эстафильство было довольно распространено, Вейценберг обязан поддержкой во время учебы и многочисленными заказами. В 1878 году на Всемирной выставке в Париже Вейценберг экспонирует свою работу «Гамлет». Скульптуру покупает российский фабрикант из Петербурга. И вот деньги, полученные за этого «Гамлета», позволили ему опять-таки работать над следующими такими национально-романтическими образами, но над «Рассветом» и «Сумерками». «Рассвет» и «Сумерки», как известно, очень популярная такая северная сказка, написанная Фельдманом, нашим просветителем. Такие его скульптуры мраморные, как «Заря» и «Сумерки», белый мрамор, и «Времена года», в этом есть тоже нечто от мечты об олимпийской красоте, о этих самых идеалах, и нечто более близкое нам. В 1893 году скульптура «Сумерки» получила бронзовую медаль на Всемирной выставке в Чикаго. Позже к сказке Фельдмана о юных влюбленных обращались и другие художники, но «Рассвет» и «Сумерки» Вейценберга и по сей день остаются лучшими. В 1890 году Вейценберг переехал из Италии в Россию, в Петербург. На содержание мастерской в Риме не хватало средств. В городе на Неве скульптор прожил 24 года. Но родину он не забывал никогда. Он приезжал в Эстонию и из Рима, и из Петербурга, и был в курсе всех событий, происходящих на родине. Он был знаком со многими деятелями культуры Эстонии, с лидерами национального движения страны. Реалистические портреты этих людей, выполненные Вейценбергом с натуры, могут рассказать нам о них многое. Обработанный талантливым мастером мрамор передает даже психологическое состояние человека. Свои работы Вейценберг показывал на многих всемирных выставках в Вене, Париже, Мельбурне, Чикаго. Его работы были представлены на выставках в Москве и Петербурге, в Риме, Лондоне, Хельсинки, Гамбурге. Он привозил их и на родину. Его первая персональная выставка в Таллине стала первой в Эстонии художественной выставкой. Когда он выставлял в Эстонии свои скульптуры, впервые в 1878 году в том же провинциальном музее вместе с работами Гейбхарта и Клевера, он говорил, что он хочет просто доказать эстонскому народу, какой все-таки замечательный вид искусства, скульптуры. Вейценберг был непременным участником и всевозможных конкурсов. Как-то в Петербурге я увидела его эскиз к памятнику Петра I в антиквариате. Это ведь в 1908 году был конкурс на проект памятника Петра I в Таллине. Но выиграл этот конкурс другой скульптор. И монумент ученому Карлу Эрнсту фон Беру в Тарту изготовлен по проекту не Вейценберга, а российского скульптора Александра Пикушина. Но что поделаешь, не везло тут Вейценбергу. Вейценберг хотел поставить там Тарту на том месте своего Ванемуйне. И для этого я этого Ванемуйне моделировал. Но это тоже как-то не прошло. Но эстонские общества были тогда еще как-то сказать, бедны слишком, чтобы его, может быть, тут поддержать, да и не понимали скульптуры. Но работы Вейценбергу хватало. Он делал скульптурные портреты эстонцев, живущих в Петербурге. Он делал надгробные памятники. Его кладбищенские скульптуры можно найти и в России, и в Эстонии. Удивительно красивый памятник работы Вейценберга стоит и на кладбище в Канапе, на могиле его родителей и рано умерших сестер и братьев. Памятник называется «Надежда». На камне выбиты слова. Здесь недалеко жили отец и мать. Они несли радость и горе до этого места. Здесь недалеко было и мое счастье, мой свет и мое небо. И пусть здесь покоится мое последнее воспоминание. О чем и о ком писал Вейценберг? Это знал только он.
В 1914 году Август Вейценберг возвратился в Эстонию. Его большое путешествие длилось более полувека. Ему уже 77 лет, и судьба дарит ему еще 7 лет жизни, жизни на родине. Он признанный мастер, известный и уважаемый человек. На старости лет, когда он сюда вернулся, он пользовался всеобщим уважением, и его признавали не только местные эстонцы, прибалтийские немцы, поскольку в провинциальном музее и в книжном магазине Вестермана довольно часто были его выставки и показывались новые произведения. И тогда городское управление сочло его столь значительным человеком и художником, что возникла идея создать ему музей персональный, даже в ратуше об этом обсуждалось. Его поселили в левом флигеле Кадрёрского дворца, назначив его почетным надзирателем таллинских художественных ценностей. Это была почетная должность. Хранитель художественных ценностей города Таллина Август Людвиг Вейценберг хранил в Кадрёрском дворце свои собственные работы, привезенные из Италии и России. Он жил в почете и творил еще. А еще он успел повторить свою старую работу «Линду». Ее отлили в бронзе и установили на шведском бастионе Выжгорода в 1920 году. Скульптору в то время было уже 83 года. Говорят, он был одиноким человеком. Да нет, он не чувствовал себя одиноким. Его семьей была его коллекция. Его детьми были его работы. О них он всю жизнь заботился. Их вывозил в свет, показывал людям, их берег и хранил. Он сам сказал, что никогда бы не подумал, что он останется холостяком. Но вот так получилось. Был в его жизни человек, с которым, возможно, он мог бы связать свою судьбу. Этот человек – известная эстонская поэтесса. У него была большая любовь, это Анна Хава. И он был очень пленен стихами Анны Хава и старался как-то ей понравиться, но безуспешно, увы. И вот еще один интересный факт. Талантливый скульптор писал стихи, рассказы, пьесы и даже песни. Эти стихи и рассказы печатали, пьесы ставили, песни пели. Но помнят их сегодня немногие. И единственное, что не будет забыто никогда, – его скульптуры. Умер Вейценберг 22 ноября 1921 года. Он не дожил до своего 85-летия только 4 месяца. Вот такая долгая жизнь была дарована сыну бедного деревенского сапожника. Похоронили первого эстонского скульптора на Тартусском кладбище Ради, рядом с родственниками, для которых он изготовил когда-то надгробный памятник. Теперь это и его ангел-хранитель.